Всем привет! На связи Мотосалон Мотовектор. Как говорится, у нас в зале не только присутствует невероятное количество разного формата внедорожной техники. Это и снежики там. Ну, короче, поняли. Сейчас зима, поэтому, например, снежики были. Вот, мы еще также занимаемся экипировкой, и поэтому у нас сегодня будет обзор на такой интересный шлем специально для тех, кто катается на окологорных снегоходах. Шлем 509 Delta R3L. Начнем, пожалуй, с назначения этого шлема. Из полезных приятностей, это шлем универсального формата, он может подойти вам спокойно на, условно говоря, окологорный снегоход, ну, спортивный, так скажем, для более активного стиля вождения. Он не такой тяжелый, как стандартные модуляры снегоходные для утилитарных снежиков. Начнем вообще, в принципе, с того, для чего же подходит у нас этот шлем. Этот шлем у нас универсального формата. Он подходит у нас как и на туристические снежики формата вот стелс-атаман, там викинг, можно на утилитарнике в принципе погазовать на этом шлеме, будет очень удобно. Вот, также подходит для околоспортивного вождения, но на горнике, например, этот шлем будет тяжеловат. У него свой вес около 1800 грамм, плюс-минус. Так, сейчас мы расскажем вам за фишки и технические особенности этого шлема, что же в нем есть приятного, прикольного, что вы получаете с покупки. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что это у нас зимний шлем 509, соответственно, но по этой причине у него идет визор с подогревом. Вот здесь вот у нас контактик идет. Так, вот разъем. Разъем, который вы подключаете непосредственно напрямую к аккумулятору, ну, снежика. Вот, и визор у вас подогревается, с меньшей вероятностью он запотевает. Двойной визор, соответственно. Также, помимо всего этого, вот здесь вот есть шторочка приятная тоже. Шторочка съемная, как и любая часть этого шлема. Шторочка, в принципе, тоже приятный доп, на самом деле. Шторка, кстати, неопреновая, плотненькая, задувать не будет, все будет хорошо дальше. Поднимаем визор. Здесь мы видим отсекатель дыхания. На зимнем шлеме необходим отсекатель дыхания. Если, допустим, если у вас есть только визор с подогревом, но нет отсекателя дыхания, визор чисто с подогревом все равно может запотевать. Поэтому, ну, надо. А одно из этих двух просто так работать, как говорится, не может. Дальше. Кстати, зря визор закрыл. Сейчас еще одну фишку покажу прикольную. У этого шлема, помимо всего, есть солнцезащитные очки специальные. В принципе, как показывает практика, в этих очках можно спокойно ездить и в около темное время суток. Они не такие, так скажем, затемняющие. Но в солнечную погоду в них прям вообще по кайфу. Механизм закрытия и открытия очков у нас находится здесь. Также, если в целом разбираться у нас в идеологии, что там одни шлема у нас снегоходные, одни кроссовые, разберемся в общем и целом в этих понятиях. И тут все довольно-таки просто. Нету такого понятия, как чисто снегоходный шлем или же там чисто летний шлем. Любой шлем можно эксплуатировать как и в летнюю, соответственно, ну, в жаркую погоду летом, так и зимой. Спокойнее напрягаясь. Тут банально нужно поменять визор для того, чтобы, ну, не запороть визор с подогревом, с двойным стеклом. Это очень дорогая штука. Кстати, как раз о замене визора. Здесь у нас визор идет на быстросъемных механизмах, на кнопках. Сейчас я покажу вам, как поменять визор на этом шлеме. Здесь все делается довольно-таки легко и просто. Визор для начала мы поднимаем в самое верхнее положение. Здесь у нас пазы идут, если можно увидеть. Нажимаем кнопочку Push. Подняли наверх. И все, визор в руках. Козырек у нас идет с регулируемым углом. Но здесь можно расслабить шайбу, в принципе, поднастроить. Эти настройки мы обычно не трогаем. Тут каждый все делает самостоятельно относительно того, как ему удобно. Вент отверстия полностью функционирующие, открываются. Работают верхние вент отверстия и нижние. Каждый открывается по отдельности. В этом очень большой плюс. И самое главное, от хорошего качественного шлема это безопасность. И безопасность здесь на довольно-таки топовом уровне. Тут сертификация безопасности у нас ECR2205. А это, ну, те, кто катают, те знают, что это довольно-таки хороший сертификат безопасности, который отвечает самым высочайшим требованиям к той или иной экипировке. Соответственно, здесь ECR2205. Помимо того, что у нас сертифицированный шлем, скорлупа у нас выполнена из поликарбоната. В принципе, хороший, плотный материал. Не такой легкий, конечно, как карбон, но и цена у шлема не такая большая, как у хорошего карбонового.
Так, помимо всего этого, у нас здесь внутри ударопоглощающий материал двух уровней плотности, один пожестче, другой немножко мягче, специально для того, чтобы лучше ударная нагрузка рассеивалась по всему шлему и не нагружала вашу голову. Короче, еще помимо всего этого, фишечка этого шлема является его застежка. Застежечка у нас здесь не абы какая, простая там, как этот, ну вы поняли, да? А здесь магнитная застежка, вы вот так вот просто берете, накидываете, она сама встает, потянули, накинули, все, кайф. Ничего больше делать не нужно, один раз настроили под себя, как удобно. Одели так вот, промазал. Да, застегнули, все по кайфу. И расскажем мы сегодня вам про довольно-таки интересный шлем, тоже от компании 509, зимний. Шлем Delta R4. Это модуляр, вы прикиньте, да, такого формата шлем модуляр. Вот так вот он открывается, закрывается, все четко, специально как раз для около спортивного снегохода. Сегодня мы вам расскажем также за его фишки, особенности, полезные плюшки, приколы, ну вы поняли. Первое, что хотелось бы отметить, это формат крепления визора и козырька. Они у нас здесь идут на одном креплении по бокам. Козырек, соответственно, также регулирует, можно подрегулировать по высоте. Единственное, но что крепления центрального, как на предыдущей модели R3L, нету. Вместо центрального крепления здесь такая прорезь. В принципе, она более положительно сказывается у нас на аэродинамике. И как ток на более высокой скорости шлем у вас не кивает вверх, ну, будет удобнее ехать. Помимо этого, у нас большое количество разных вентиляционных приколов у этого шлема. Первая вентиляшка у нас находится именно здесь, вот она. Видим, да, вот вентиляционное отверстие. Открывается одним легким движением руки и также закрывается. И спереди отдельная здоровая система вентиляции. Оп. Трехуровневая, кстати. Кайф. Визор у нас здесь установлен специально под зиму, двойной, с подогревом. Вот у нас, соответственно, пин для подключения этого же самого подогрева. Оп. Сюда он включается. Зимой мы можем спокойно кататься и не переживать за то, что у нас визор запотеет. Так, поднимаем визор. И дальше, что же у нас тут мы еще видим? Отсекатель дыхания. Приятная тема. И солнцезащитный визор, очки. Это тоже очень удобная штука, специально для того, чтобы, ну, не слепило вас там зимой в солнечную погоду, катаетесь, да, например, от снега, блики-то отходят, все равно неудобно, щуриться приходится там. Ну, вот, опустили очечи, едем, кайфуем, катаемся, отдыхаем. У нас такая же бомбическая, магнитная, вот так вот, так, ну тут инструкция. Так, застежка такая же бомбическая, вот так вот мы все это дело собираем. Защелкиваем, и, да, по кайфу. Вот, один раз настроили, как вам нужно, и все, и пользуемся. Дальше, помимо всего этого, у нас здесь шторочка. Снизу присутствует. Специально для того, чтобы вам внутрь не попадал холодный воздух, там, снег и так далее. Тоже, на самом деле, очень нужная штука. Шлем топового уровня, один из топчиков, так скажем. Поэтому сертификация безопасности у него тоже такого же уровня. Здесь конкретно шлем сертифицирован по стандартам сертификата DOT и сертификата ESE-2205. Те, кто катают, те, кто знают, ну, те, кто уже сталкивались с хорошим уровнем экипировкой и некислыми падениями, те прекрасно понимают, что шлем сертификации безопасности ESE – это вам, ну, не дешманский бюджетный шлем за 2000 рублей. Это хорошая, качественная спортивная экипировка, которая вас может спасти от довольно-таки больших нагрузок. Также, помимо всего этого, внутренник у этого шлема полностью съемный. Можно его разобрать. Сейчас мы наглядно вам покажем. Все идет у нас на вот таких вот клипсах. Можно его разобрать, помыть, ну, постирать, понятное дело, и поставить на место. Специально для тех, кто не ездит в балаклаве. Шлем довольно-таки нелегкий, поэтому для горников этот шлем, опять же, у нас не пойдет. Ну, как не пойдет, если вы любитель подкачать вашу шею, то шлем весом примерно 1900 грамм вам идеально подойдет, потому что за полтора часа активной катки у вас шея устанет, ну, довольно-таки хорошо. Вот, а так, в целом, на утилитарнике, на околоспортивные снегоходы, пожалуйста, вообще без проблем, одеваете, катаетесь и кайфуете. В общем и целом, 509 – это у нас довольно-таки известный бренд, который поставляет у нас свою экипировку не только локально на территорию нашей страны, а в целом по всему миру. Это все
всемирно признанная, хорошая, качественная экипировка. Опять же, экипировка не только шлема, довольно топового уровня производится у компании 509. Очки, ботинки, комбезы, целое там, ну реально невероятное количество разного формата экипировки. И наш мотосалон, мотовектор, непосредственно представляет 509 в городе Уфа. Все это можно найти у нас в наличии, если чего-то у нас нет, все это привозится под заказ, поэтому все актуальные запросы можно написать в наши комментарии, либо же напрямую обратиться в наш салон.